Так, лекция на тему основы службы в органах госбезопасности. Полевой офис ФБР – это не что иное, как филиал ФБР, который располагается на определенной территории и имеет свою собственную юрисдикцию. Директор ФБР в нашем случае подчиняется генеральному прокурору штата Феникс. Наши взгляды на шаг впереди преступности. Наша миссия – защищать жителей штата Феникс от преступлений высокого приоритета и поддерживать их безопасность круглосуточно. Защита штата Феникс от террористических актов, предотвращение террористических актов, освобождение заложников, ведение переговоров. Развитая агентурная сеть и безопасность штата Феникс. Защита штата Феникс от организованной преступности, поимка ООП. Защита штата Феникс от коррупционеров в сфере... Поимка сотрудников организации, занимающихся продажей материалов, формы оружия, также снятие розыска. Проверки госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР. У нас в ФБР имеется три отдела. Криминально-следственный отдел, потом отдел по управлению по борьбе с наркотиками и инспекционный отдел. Так, криминально-следственный отдел, по-другому СИД, самое большое подразделение. СИД расследует широкий спектр всех федеральных преступлений, такие как организованная преступность, преступления на расовой почве, мошенничество на выборах, правительственная коррупция, похищение людей, банковские ограбления, серийные убийства и многое другое. Управление по борьбе с наркотиками. Один из отделов Федерального бюро расследований, который занимается... пресечением правонарушений в сфере нелегальной продажи наркотиков, а также фиксация наркотрафика в штате Феникс. Инспекционный отдел, по-другому ИД, просто ID, ИД. Отдел Федерального бюро расследований, занимающийся контролем деятельности сотрудников силовых структур, выявлением фактов коррупции и других нарушений в госструктурах. Также в задачи отдела входит отслеживание потенциальных кандидатов на вербовку в ФБР, обучение младшего состава бюро, необходимым знаниям и умениям, проведение тренировок и проверок госструктур на знание уголовного и административного кодекса. В случае, если за сотрудниками департамента замечены частые нарушения, лекция окончена. Вопросы имеются какие-нибудь? Нет. Нет. Меня, конечно, я перезахожу, можно, да? Да. Отделов, как вот раньше был HBR, там вот этого нету, да, уже? Нет. HRB это отдел, то же самое, что и инспекционный, просто название другое. Типа здесь отдел ID есть, вот то же самое, что и HRB. Понял, да? Тем же самым и занимается, типа отбор... новых агентов, обучение их и все остальное. Ну, сейчас оно, в общем, переименованного нет, да? Ну, да, в ИД. Ну да, я понял, все. Вот так. Ну да. Ладно, сейчас ты перезаходишь, да? Тогда уже зайдешь, я продолжу вторую лекцию.